Обсуждение включения некоторых исторических памятников Азербайджана в список всемирного исламского наследия ИСЭСКО состоится сегодня в рамках визита генерального директора организации ИСЭСКО Салима бин Мухаммеда Аль-Малика в Баку. В программу мероприятия входит посещение исторических и культурных памятников в различных городах страны, в том числе и в Карабахе. В рамках официальных встреч будут обсуждены такие вопросы, как защита исторического и материального наследия Азербайджана, а также перспективы сотрудничества ИСЭСКО и Азербайджана в сфере образования, науки и культуры. Отметим, что в список исламского наследия ИСЭСКО уже включены Чари-Шахер, исторический центр Шики и наскальные рисунки Гобустана.